Привет! Продолжаем проходить Hand of Fate, как написано на экране. Это 10-я часть. Я записываю в тот же день, что я проходил 9-ю. Пытался добить, но не вышло. Попытаемся пройти это еще раз. У нас в прошлый раз не вышло то, что мы планировали. Я бы на самом деле попытался бы... Go, leave. There is no joy for you here. Уходи сейчас же, тебя больше здесь ничего не ждет. Во-первых, рекомендованный я перекину. И погнали. У нас будет попытки 3, наверное, его победить. Тяжело. Концовка прям вообще тяжелая очень. Я попытаюсь вообще меньше сейчас выбирать всякую дребедень. I hope that is the curse that ends your quest. Ебать. Ну ладно, окей. Мы все равно продавать ничего не можем, да? We're all merely pieces upon the Скорость board. Атаки повышается на 10%, но время перезарядки при этом увеличивается на 10%. Does the rook understand the oblivion that engulfs it when it is Любое убийство, совершенное с помощью топора, приносит игроку 5 единиц здоровья. Does the king understand that he truly rules over nothing? А, ну это я не могу. Это минус, просто There's это не делаем ничего. For you if you win. Тут смысла нет. О, давайте золото, наверное, мы будем покупать. И да, вроде есть. I'm sure you are grateful for that. 13. О, 30. А первый ты чё? Заём. Тут положительный эффект, мы не можем его использовать. Убежище в пещере. In this case, to be fair, you are intruding into their home. Давайте храбро войти. Две карты монстров. Лавовые големы и чума. Хорошее начало. Просто восхитительное. Мне пизда. Ни хера не видно. Что такое? Газ какой-то, блин. Да ну нахуй! Блин.
очень много врагов было. Три карты добычи. Ну давай золото. Ой, хорошо. A little extra health, but it is only a momentary respite. Так, здоровье мы сейчас поправим, наверное. Я не могу ничего продать, да? Сколько это будет стоить, если там можно это сделать вообще? Мне кажется, там нельзя. Да, уходим. Проблема в том, что самое сложное — это с ним совладать в конце. I'm sure you'll leave this one in time. You do not seem to have the temperament for friends, even in the animal kingdom. Поэтому не будем ничего испытывать. Мы будем испытывать только одно. Every card drawn from your thoughts and your memories. Every card tainted by your view of the world and your single-minded purpose. The same. А это снятие проклятий, кстати. Плохо дело. Мы в конце не сможем снять ноги. Сейчас нужно снимать как можно больше. Этим мы не сможем. Но тут мы ничего не делаем. А, помочь капитану то можно. Только тут огромный успех, может боль достаться, но в принципе ладно. A choice. Select your desire. Вот я сейчас могу получить. Блин, ну как это работает? How unpleasant. Пока хорошо все. Плохо, но он сойдет. Кольцо какое-то ушло. Ладно, сойдет. Неплохо. Это еще нормально. Roaming ever forward, hunting for the truth. I appreciate your ingenuity. I look forward to seeing how you approach this particular challenge. Блин, как он неудобно располагается. Deal the cards. Nor are you the first to play. I do not expect we will be the last. По-любому опять сейчас достанут ему говно. А, не, на следующий сойдет.
Почему две карты, блин? Ха. Ой, нормально. Are you sure that's the right approach? Тут, скорее всего, нельзя ничего снимать. Ну да. Забей. Можем продавать? А, можем сейчас продавать. Так, можно теперь пройти мимо? And a token if you succeed. Боль. А, нету, я уже снял эту фигню. А, ну это ладно, это похуй. Were you hoping this was the end? No, another floor awaits. Такие раз, как покупает новые вещи, это плохо. We can hope that, as each card is unveiled, as each new concept is explored, that we learn something about ourselves, or something about you, at least. Знаете что? Их нужно победить. Если я проиграю, то хотя бы у нас потом их не будет. Мы двоих победили уже, да? Или как? Да ты издеваешься. Ну, если один из них, он один. Нормально, еще один раз остался его выиграть. Ну хотя бы эту встречу выкинем нахер. Давайте подойду. Тут можно избавиться от проклятий. Походу можно, там что-то очень много всего лежит. Да, снять проклятие можно. Здесь нельзя. Ну и все. Кстати, еды надо купить тоже. Ой, сколько времени занимает один раунд? Минут 25, наверное. Один должен быть. Я с двумя уже боролся.
choose from these options. Против одного, и это, видимо, финальный. Мы троих одолели, значит, колода вылетит из этой вот фигни. А то это раздражает немного. Блять. Да ты заебал. Он как-то очень быстро падает. Уж не знаю, с чем это связано. Но хп у меня мало. Еще кольцо упало. Это опять две карты монстров. Блять. Я проиграл. И ловушки, блять. Арбалет. Наконец-то. Блять, хп. Ну это пиздец. Ну что это за ебучие пари? Ну серьезно, кто это придумал нахуй? Смотрел ачивки по этой игре. Это был пиздец. Пошлите лечиться. Хотя 6, 12, 5, ну, в принципе, нормально. Не хватает. Десяточка. Сейчас назад 12. Нормально, нормально будет.
половина еды, да? Так он ничего не дает. A voyage across the ocean, or merely a trip down the river. За карту удачи 5 золотых и 10 золотых за всякий страшный провал. I say that I created this game. Many of the things I've told you are true, but not that. I do not know who created it. I merely perfected it. Ну, этих я одолею, наверное. 4 человечка — это ерунда. Они падают. Это точно так же в Unreal 5 можно сделать, там, в принципе, несложно. А у меня какой щит? А, обычный. Ну, пока возьмем. Там вообще, в принципе, одно и то же это. Да ну нафиг. We play for a token now. Ой, окей, последний. То есть я 4 раза с ним воевал в этот раз. Очень неудобная камера, просто обалдеть. После того, как вы уничтожили третий отряд големов, набеги на людей прекратились. В следующем деревне, в которую вы зашли, местное тепло поприветствовали вас. Наконец-то. Эти штуки исчезнут. 40. Одна из крестьянок, сморщенная старая карга, предложила сделать вам пару магических перчаток. Вы поблагодарили бабку и ушли. Раздумывая, интересно, а если и правда сделает? Одинокий бард. Мы такого, кстати, не делали. Ну что ж, теперь ему будет о чем рассказать. Как раз во время странствия замечаете знакомое лицо, юношу, которому помогли сбежать из города со своей возлюбленной. Он сидит под деревом, напивая себе под нос. Подойдя ближе, понимает, что от него разит элем, и он порядком на веселье. Он поднимает на вас глаза. «Вы! Неужто вы принесли мне мое... мало горя?» Он замолкает, чтобы сделать глоток из бутылки. «Благодаря вам мы сбежали из города!» Он рассказывает, что после того, как они ушли от погони, ее отца, ее возлюбленная его бросила. Блять. Ради первого встречного наемника не надо было никуда бежать. Он сердится. Теперь я прошу милостыню, чтобы мне хватило на выпивку. 10 золотых за песню. Или вам не жалко, дурака? Дебил, блин, ну ладно. Вы бросаете ему несколько монет, и он берет себя в дурки. Ага. Он начинает петь, музыка, он создает яркий чувственный образ красоты и невинности, улучшая ваше настроение и вдохновляя вас на подвиги. Так, плюс 5 здоровья, сотка, то есть, да? Дурачок, блин.
потому что, скорее всего, ни на что не пригодный человек. Даже не 30 минут, обалдеть. У меня две попытки, что все будет. Давай на всякий случай возьму. Мечки, щит, говна у меня. An expedition. Press on. Три пыли, пять пыли. Это ерунда. Очень полезно было. Такие раз игрок лечит, он теряет одно золото за каждые две единицы. Ебать. Нет смысла. Там слишком сложно. Не берем, у нас главная задача другая. Нет смысла тоже тратиться на это все. Хотя, в данном случае... Давай посмотрим, что там дальше. Окей. Ага. Окей. Подойти к прилавку. 4 пыли, 3 пыли, семерочка. Плохо. Че на этой тупорылой карте? Повернул. Ебанько. Я повернул, короче, на А нажал, а почему побежал, как будто на В. Там, видимо, нету того, что мне надо. Created by the Smiths of the South and brought to fame in song. Interesting choice. Mm-hmm.
Ну, мы неплохо накупили сейчас. Значит, еды особо нету. Надеюсь, это не последний был сейчас. Ага. Слабые колени. Little pleases me more than watching your attempt to wriggle away from bad luck. А тут нельзя мне you сейчас... cannot trade death for life. That is what it means to be ебать. To return even after defeat. Да я увернулся, где ты нахуй? Пизда. Ну как, блядь, заебал, сдохни. Дох, что ли? Неужели? Все, хп просрал. Была бы возможность, что детях побеждать, они там не встречаются. Это было бы здорово. Но это же не так. Это надо лечиться будет. Как мне вылечиться теперь? Деньги вроде есть, но мало. Ну, можно туда-сюда походить немножечко, там тоже получится. Тут говна выпадает. Возможно, нужно было бы как-то получить. Сейчас мы немного хп наберем. Туда-сюда, сколько, три раза пройти, что ли? You'll need more food, I think. Нет, не нужно. Че мне золото отняли? I will never fall to you. Король очень прочный, просто ебанешься. Our final confrontation begins. I will not fall as easily as the other opponents you have faced. Аккуратно, просто на время. Ух, а что так резко-то?
Ай. Гоняемся, потому что тут чел может палить всех. Двенадцать, ебать, урона. Ай. В принципе, можно просто бегать, пока один он не останется. Мать твою! Да блин, да как же он больно бьет, а ты ебанешься! ХП, пизда. Блин, короче, тотем этот. Выполнял бы хоть как-то. Пока очень плохо все идет. Ой.
чё так лагает-то? Ебать! Ну пизда, блядь, не лагай! Не пиздец. Ну это невозможно проходить, это пиздец. Что в меня попало сейчас? Я даже не знаю, что в меня попало. Dead. And with an artifact unused. Perhaps that might have saved you. Ой, блядь. Powers, yet you haven't used them. And now you're dead. Again you face me. Again you are a fool. Я ее вообще не пройду. Меня больше всего бесит то, что тебе надо заново начинать сюда идти. Until now I have shown compassion. Это прям бесит, ебейше как бесит. Test me no further. Deeper you go, the harder things become. Games aren't designed, not in the way you think. They grow as we work on them. They evolve around the players who flow through. The things they love and hate become part of them. Да, это смысл у меня не работает. So who is the true creator? Блять, ну какой же ты конченый. Dreams, myth, and mystery. Oh, and traps, of course. Знаешь, ты каждый раз еще то же самое делать постоянно, постоянно. Я не знаю, куда идти. Ясно. Очевидная камера просто охуенная, блядь. Вот почему так тупо бегает? Вот тоже тупик. А куда, блядь? Как же это раздражает, я не могу. Вот что там, я ничего не вижу. Я его не выиграю. Да ты иди ты нахуй! Это просто время занимает, это вот это раздражает, я не хочу этим заниматься. Блять, как он тупо бегает. И кругаля, блять, выворачивает. Вращается просто по-ебаному, да и к другому не надавешь, что она крутится вечно. Блять!
Again, a token is at stake. В отдельном долине вы наткнулись на торговый пост, который заправляет странный старый охотник. Золото мне не... А, ну это... Огромный молот. Sometimes form follows function, and vice versa. In this case, it's called a huge hammer. You take a guess. Здесь само по себе это пройти очень тяжело. Black deck delivers again. И само по себе тяжело это пройти. А тут еще дают вот это вот дерьмо тупорылое, которое невозможно еще использовать. 85 хп, ебать. You lose your health and you die. Yet, you're still here. We do not speak of the true death, the final oblivion. Only the death of the game, where your piece begins again and moves across the table. Отличная цирка, ну я короче херню миновал. Like all games, touches on that true death, however, for a life must be lost, and lost for all time. Что? Так это же здорово. Do you believe the wheel turns again and returns us to the world in order to experience afresh all that has happened? I do. Yet I cling still to this semblance of life and will not go willingly through the door. А, ну окей, сейчас я пройдусь немножко вперед. Sail away and see what you will find. You make this harder on yourself by traveling with an empty stomach. Отказаться. Знаете, в чем дело? Я туда дольше буду идти. Nothing more pleasing than the smell of salt water and the rush of wind, is there? В любом бою первый удар наносит тройной урон. У меня превратились все... It takes a very special person to walk through this door. You need to have lived a life that provides enough meat for our deck. Yet, you also need to have enough will to walk through the door. Enough power left to persist. Мне деньги тратить тоже опасненько. Зачем все пошел? Мне надо вот туда было вверх идти, там два золота. Ой, как мне везет сегодня, просто пиздос. Ой, блядь. Охуенно. Минус 25 хп. Толку-то. More than anything, I am proud of my array. Ебать. Короче, это вообще пиздец. Этот раунд — это отвратительная хуйня. Я не хочу туда двигаться, я хочу просто взять и пройти все это дерьмо. Я хочу сразу с боссом драться, я не хочу этого дерьма. Ааа!
он сдохший уже? Обалдеть, что так быстро-то. Золото дает таким образом. Every living thing must eat or die. Можно уходить. Пиздец. Повторительность 2. Every game must have both winners and losers. Without them, it degenerates into nothingness. У меня пищи-то нет. Но мне благословение не могу. I made that a little too powerful. I will have to rebalance that next time. Погнали наверх тогда. Famine lurks старое кладбище. Your very shoulder, waiting. На старом заброшенном кладбище неприкаянные духи почуяли присутствие проклятой души. Они отнюдь не обрадовались возмущенного своего спокойствия. Призрачные когти впились в вашу плоть и не отпускали до тех пор, пока вы не пересекли кладбище. Да ты иди-то нахуй свои ка... Вы ебанулись что ли? Какое? Это пиздец. Это полный пиздец. A voyage across the ocean, or merely a trip down the... Я не понимаю, как от крыс можно там вообще увернуться. You cannot trade death for life. Мне сейчас вообще нельзя урон получать в начале самом. Again you tilt at the windmill. You will not gain your victory. Когда это пройду? Our final confrontation begins. I will not fall as easily as the other opponents you have faced. Отлично. Да ты иди ты нахуй! Я не могу увернуться иногда! Они тупо быстрее бегают! Сука, ненавижу, ненавижу этот уровень! Блять, пихать один воздух повсюду, это просто пиздец, конечно! Я уверну, ты пиздёшь! Я не успеваю вернуться просто. Они просто быстрее, блядь.
меня очень плохо по ХП. Щит говна у меня. Минус 100, уже хорошо. Чего? Понимаете, я не понимаю порой, что у тебя сейчас происходит. Просто с нихуя. Ну я проиграл. Но я хорошо продержался. Кто почти не потратил. Что это, блядь? Как это уворачиваться? Нет, с крысами вообще проблема огромная. Я не знаю, как с ними драться. А с этим ящером еще тяжелее будет. Ну, типа, серьезно, а что я даже могу сделать? Что я должен там сделать? Have you learned nothing? У меня вообще не получается это пройти. Leave. There is no joy for you here. Я половину только ему сношу, буквально вот. Только половину ХП. Ah, that is one of my favorites. О, блядь. I have made my wager. I'll also make my deal. Нифига. You have questions, and I will provide answers. After all. Да не сюда, блядь, я туда хотел. Нахуй. Plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Each step brings pain, and each moment of pain brings more suffering. Вали, ебало, пожалуйста. I'm sure you're grateful for that.
Блять, я его ни разу не обокрал, по-моему, вообще. Oh, dear. Друиды. Let us meet those who worship natural forces. А вот и перед нами те, кто поклоняется не богам, а силам природы. Вам приближается группа незнакомцев, балахонов с капюшонами. Один из незнакомцев обращается к вам. Ты, похоже, бывалый воин. Не хочешь подзаработать немного денег? Давай. Мы друиды, и в течение следующих нескольких недель мы хотим провести некие ритуалы. Их можно проводить в строго определенное время и в строго определенных местах. Нельзя, чтобы нас прервали. Никто ни животные, ни бандиты. Мы готовы заплатить тебе за охрану наших церемоний. Первый из ритуалов состоится ровно в полдень летнего солнцестояния среди священных камней. Там и увидимся. Окей. В принципе, ничего тут нет пока что, да? Хотя в новой зоне игрок получает 5 единиц урона за каждое кольцо в его... А, ну это ерунда. Смотрите-ка, что, мы, получается, нужно вниз идти. As long as you play and persist, we will continue to draw closer to a resolution. Very few have come close to unraveling the game, mind you. And none have succeeded. Блин, это еще одна зона какая-то конченая. Блять, она еще и лагает. Ну это пиздец. Довольно мало крови прошлись. Отняли деньги за то, что ХП потратил, походу. Так, если он щит попросит, то минус нет. Хотя, может быть, что-то продать сможем. Там вроде не дотянется, до 160 нужно, да? На второй зоне это жирно, больно будет. Ну это ерунда, там минус 15, ерунда. Так, наверное, сделаем. Проблема в том, что мы еще не знаем, что там дальше. Но это бессмысленно. Благословение не работает же. Work your way through the woods and see what lies beyond. А что у меня за оружие? Хуйня, я понял. Yeah.
Это ерунда была. More health to work with. Much good mate, do you? Максимальное здоровье снижается на 10, когда игрок получает проклятие следом за данным. Блять, ну только получил. Ну вот что это за хуйня? Вот что это? As long as you play and persist, we will continue to draw closer to a resolution. Very few have come close to unraveling the game, mind you. And none have succeeded. Я это мимо пройти не могу. Я не хочу это делать. Не хочу. A choice. Select your desire. Так, первый раз, окей. В глубине большого шатра увидите ряд клеток. Из-за решеток из вас больше глядит необычное создание. Восстанавливается зверя с телом льва и головой человека. Прошу, помогите, мол, из-за существа. Я родился человеком, но потом пришел сюда. Смотрите, что мы сделали. Вы открываете клетку, и зверь выпрыгивает словами. Спасибо, Бог, незнакомец. Пусть я провожу остаток жизни, будучи животным, но зато не придет выступать для этих демонов. Карта благословения. Ну... Very nice indeed. Но она все равно не работает. Обалдеть, я наконец-то это получил. И минус эта карта. Хорошо, хоть с пыли я умею драться уже. О, блять, как ты попал? Заебал. Иди ты нахуй. Блять, я вообще не на это нажимал. Нельзя драться будет в будущем. Мне нужно оружие нормальное, чтобы можно было. Ага. Спасибо, блин, у меня столько нету там. Ну, в принципе, нахуй ничего больше не надо. Caves and caverns. One cannot hope to find adventure. Хотя я сходил бы к этому, возможно, там проклятие можно снять, которое есть еще. Let us stake a token on their foolishness. Никогда я это не пройду, походу. Опять эта карта кончена с ловушками. Надо оружие купить. Оружие купим, в принципе, окей.
Тут нет оружия. What will you do with that? Вот так. I will happily wager on the outcome. I do not think you have what it takes. All sorts of terrible things live in caves. Are you sure? Yes. Это 100% надо убирать. What brings you to play the game? I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Откуда у меня 85 опять? Тут проклятие нельзя снять. У меня пищи, кстати, нет. Дай-ка. Здесь влюбленные. И тут только помогать. Many of these blessings are too good for the likes of you. Обалдеть, повезло-то. This is what comes from interfering. Так, я предлагаю сходить к прилавку, то мало ли. Мне может хватить просто еды. A chance to buy more food. You must be relieved. А что там у меня было? А, скорость передвижения, это надо убирать, да. Хорошо, там, потому что вообще ни о чем не было. Sail away and see what you will find. I hope that is the curse that ends your quest. Денег маловато. Но мы пойдем через вот это тоже меньше вероятность встретить какую-то хероту. A fortune teller is at their most можно вроде снять проклятие. When they begin to believe their own lies. Зря все зашел, ну ладно. I am different. Хотя скорость можем восстановить, по крайней My мере. My powers are genuine. Ебать. Там мы еще накопим. Блин, ну ты... This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Mm-hmm.
There's a token in it for you if you win. В любом случае нормально. I'm sure you're grateful. Накопили. Надо снимать проклятия там дебильные. И оружку, по идее, надо купить, я забыл об этом вообще. Ой, тут я не могу снять проклятие, получается, да? Нихера себе, а у меня такого нету. Inspirational. The silver of dreams given material form. I am grateful that if nothing else, you have brought this to my domain. Some of your foes will take those curses to the grave and beyond. You treat powerful artifacts as though they were toys. Да, блядь. Nothing more pleasing than the smell of salt water and the rush of wind, is there? Тут похер как бы уже. Здесь надо продать что-то купить. You cannot trade death for life. Так, мне везет. Там никого не было сейчас. Но у меня довольно много усилений. У меня, кстати, денег-то нету. На нормальное оружие-то. Погоди, а может быть... Они все равно стоят все копейки. Двоечка, да? Ладно. Последний шанс на сегодня. I will never fall to you. Да-да. Our final confrontation begins. I will not fall. Мне меч говна. The other opponents you have faced. Okay.
Блять! Ебать, он долго замахивается. Если он замедлится, то вообще охеренно будет. Нет, замедление тут жесткое, прям вообще обалдеть. ХП маловато. Ну, в принципе, нормально, кстати. Мы потеряли всего 28 хп. Всего лишь потеряли. Очень неплохие шансы. Учитывая, что он замедляет так жестко, это прям... Так, это опасненько было. Уходи! Блять! Ха-ха!
Они не так много урона наносят, хочу сказать. Минус один. Шесть. А еще чуть меньше половины. В ту сторону будет двигаться. Ой-ой, это плохо. Нормально, справились. Судьба наградила нас обоих интересными картами. Сыграем. Один, и это будет жопа. Ты далеко зашел, он теперь должен остановиться. Это пиздос. Он не пробивается, кстати. Минус два. Мне бы одного одолеть, уже было бы проще. Очень много урона прошло сейчас недавно. Блять! Да как же их убить? А, там пока тотем, он, по-моему, бессмертный. Мать твою. Может быть, поэтому не получается. Он попал. A
again you lose. I thought you would do better than this. Это было близко. Тотемы надо в первую очередь уничтожать, потому что я не помню, что они делают. Тотемы-то эти. Ну что ж. Еще одна неудача, полуторачасовая. У нас остается, наверное, еще одна серия. Возможно, мы в следующей серии все-таки сможем это одолеть. Далеко не факт, но попробуем. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзор саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.